Всем привет! Ну вот и прошли соревнования в Люберцах. Какие итоги можно подвести? Ну сразу видно по результатам. Ну да, там 93 я не вырвал. Такая же техническая ошибка, как и в Туле с 95. Вроде бы рывок есть. Ну, я имею в виду рывок не как упражнение, а как движение. Не хватает концовочки. Думаю, что не хватает как раз из-за того, что в последнее время все время поднимаю в стойку. Надо сейчас подумать и хотя бы вот Гераклиону что-то придумать. Ну, колено не болит, надо хотя бы включить дополнительные подъемы на сет. Неважно с каким весом, пусть даже с минимальным, там, 10, ну, 10, не 10 килограмм, хотел сказать, 10, с десятками, там, 40 килограмм, 50 килограмм, потому что конечная фиксация штанги в положении полуподсед и в седе немножко отличается, тем более с моими плечами покатыми. У меня всю жизнь, ну, плечи покатые, смотрят вперед, и за голову я никогда не ронял, никогда в жизни, потому что чисто анатомически моему организму это сложно сделать. Поэтому вот такие выводы надо сделать по поводу конечной фиксации. А так, в принципе, чисто физически, что, хорошо я себя чувствовал. И в толчке то же самое. 120 я толкнул. И, ну, почему отказался? Потому что прошла неделя, все-таки чувствовалось утомление. Плюс двойная сгонка. Сейчас про поводу сгонки тоже расскажу. Ну, не сгонка, а подводка веса. К весу 67 килограмм. Конечно же, все это сказывается, и особого такого зажигательного момента, желания не было. Поэтому, а чтобы победить, например, надо было толкнуть 28. На 28 я 100% был не готов, ну, максимум на 23. Если бы мой соперник, например, толкнул бы тот вес, который он уронил, я бы пошел на 23, и я был готов, уже стоял для того, чтобы перезаявить этот вес свой на в третьем подходе.
на 23. Ну, не пришлось, потому что соперник не толкнул свой третий подход. Вот, ну и пожалуйста, буквально неделя прошла, и мы видим, какие различия в тех соревнованиях, которые были в Туле и которые сейчас. В Туле, когда я прям максимально готовился к этим соревнованиям, и сейчас, когда просто провел две тренировки для того, чтобы хоть как-то вернуть себе форму. Вот. И что касается веса, пожалуйста, с тем же самым весом. Я всего лишь за два дня немножко убрал углеводов, и у меня в день соревнований вес был ровно 67. Вот я встал на весы с утра, когда проснулся, 67, а мне взвешиваться в час. Ну, естественно, я перекусил, яички, там, немного чая, ну и, в общем-то, все, и больше я не ел. А, ну и, по-моему, я перед самым незадолго до взвешивания там немножко есть захотел, чтобы аппетит перебить, я шоколад съел, потому что понимал, что вес у меня не такой большой, я заранее, тем более, была возможность прикинуться, зашел, у меня вес был 66 800, что ли, и вот потом, пока съездил, купил еды в кафешку, пока вернулся, взвесился, на взвешивании был вот такой вот вес, 66 200. И тут как раз тот вариант, когда я говорил, что если взвешивание не утром, не сразу после пробуждения, а через несколько часов, то за несколько часов вес может сгореть 500 грамм и выше. Вот в данном случае у меня даже с перекусами, с небольшими, и то вес упал на 800 грамм. Хотя весы были разные, утром мои дома, домашние, а днем на соревнованиях, вполне погрешность определенная может присутствовать. Ну, конечно, не такая кардинальная в виде 800 грамм, поэтому, ну, плюс-минус там 100-200, может быть, грамм. Тем более, в принципе, я... Правда, это давно было, несколько лет назад, калибровал, скажем так, мои весы, я взвешивался дома, и потом шел в спортивный зал, и в той же самой одежде взвешивался на электронных, и у меня весы показывали один и тот же вес. Вот, и, ну а что касается самого функционального состояния, да, оно было лучше, но все равно подъемчики были тяжеловаты, и начальные подходы, подъемы были там 80 килограмм, например, на разминке, прям мне не так уж легко давались, поэтому, ну, естественно, что можно ожидать в моем возрасте, через неделю после соревнований опять такие же соревнования, причем с подводкой веса. Конечно же, все это сказывается. Ну и теперь дальнейший старт — это Гераклион, как я уже говорил, через 3 недели. Колено, теперь уже можно сказать, колено после вот этих люберецких соревнований не заболело, что прям очень радует, и приятно даже тренироваться. Чувствуешь себя вот впервые за долгое время, я чувствую себя здоровым человеком. Здоровым в каком смысле? Не в том, что не болит там травма и так далее, а в том, что нет никаких последствий, я не ощущаю в колене, и даже никаких намеков нет на дискомфорт или какие-то такие вот давно забытые неприятные ощущения. Всего этого нету, чему я очень рад. И это говорит о том, что вот эта вот нулевая точка, от которой можно сейчас заниматься ногами, она такая устоявшаяся, укоренившаяся, что даже вот такие вот подъемы в виде критических соревновательных не сказываются. И сейчас надо будет не только при подготовке к Гераклиону, но и к следующим соревнованиям в начале июня
очень внимательно подойти к подготовке ногам, чтобы вдруг не совершить какую-то оплошность в виде дополнительного неправильного подхода или неправильного упражнения. Сейчас я буду экспериментировать вот в этих трех неделях, буду экспериментировать, загружать так или иначе ноги с Григорием с лаборатории Сюлянова, переговорю по поводу принципа выполнения упражнений, качества выполнения упражнений, там, сколько подъемов, подходов необходимо для того, чтобы начался эффект, происходил эффект в ногах. И буду уже, если все пройдет гладко в Гераклионе, без каких-то последствий, все, буду готовиться, буду готовиться к Боровскому, готовлю еще и ноги. А в тренировках своих менять я пока не буду, по причине того, что тренируюсь сейчас через день. У меня были дни просто отдыха, а сейчас я в свободные дни буду как раз вот экспериментировать с ногами. То есть у меня получится в любом случае дополнительная тренировка. При подъеме классических упражнений у меня получается работа на ВПДЕ в классических подъемах, а между ними, когда буду работать с ногами, получится ВПДЕ на ноги. Так что одна и та же работа, только целевой направленности другой. Ну и все, одно другому не мешает. Так что вот такие вот у меня планы.